этот человек, его талант, пишет и рисует сценарист и режиссер лучший во всем этом. И это чертовски хорошо. Я бы искал только Фрэнка Миллера. Я бы даже не стал смотреть на другие вещи. В его работах есть что-то, что выходит за рамки комиксов. Это то, что делает великое искусство. Он сделал эти огромные скачки. Серия «Сорвиголова», «Ронин», «Драпировки» и «Город Супермена 300». «Возвращение темного рыцаря», введение графического романа в американские комиксы о супергероях. У меня есть отношения с аудиторией, которую я люблю дразнить и волновать. Сила Фрэнка исходит от силуэтов и теней, что делает все более ценным. Я использую все меньше и меньше линий. Наконец, я просто начал вообще не использовать линию. Быть художником значит говорить свою правду так громко, как только можешь. Бумага, краски, кисть, перо – все имеет значение. Он дошел до того, что его узнали все. Мне было трудно справиться с успехом. Это было настоящее испытание характера. Стэн Ли говорил, что мой материал не до конца подходит под стандарты Marvel. Я пришел в комиксы как художник, и пришлось бороться, чтобы писать свое. Выглядит как революция, когда кто-то сочетает то, что не сочеталось. В карьере, когда рискую потратить время на то, что хочу делать, думаю, будет весело читать. Самые интенсивные проекты, самые полезные на всех уровнях. Благодаря упорству и удаче провел жизнь, занимаясь тем, что хотел с 5 лет. Это по-американски, насколько это возможно.